В районе ТЭЦ-1 в русле Енисея обнаружены нефтяные пятна. Их заметили сотрудники компании СГК, которые обслуживают береговую насосную станцию. Она качает воду для нужд ТЭЦ, и нефтепродуктов там точно не должно быть. Персонал ТЭЦ приступил к ликвидации ЧП. Для очистки русла реки прибыла спецтехника. На месте работает природоохранная прокуратура. Ремонт красноярского цирка подорожал вдвое. Теперь привести в порядок цирковую арену будет стоить уже 1,5 миллиарда рублей против первоначальных 800 миллионов. Кроме того, что проект реконструкции цирка пришлось переделывать из-за новых требований к содержанию животных, теперь непонятно, где купить необходимое оборудование. Впрочем, до этого далеко, сейчас в цирке никакие работы не ведутся, сделали только демонтаж. Если средства в будущем году выделят и никаких заминок с подрядчиками опять не случится, цирк откроется в 2024-м. Напомним, деньги на ремонт цирка выделяют Москва. Приступ эпилепсии застал молодую девушку на улице. Она шла и упала прямо на асфальт. На счастье, в этот момент мимо проезжал патруль ДПС. Инспекторы заметили девушку, оказали ей помощь и вызвали скорую. После выздоровления пострадавшая пришла в ГИБДД благодарить своих спасителей. Авторынок России переживает самый сильный обвал со времен перестройки. Машин сейчас продают в 5 раз меньше. В прошлом месяце поставщики передали дилерам лишь 32,5 тысячи авто. Раньше этот показатель редко падал ниже 100 тысяч. А в самые черные дни пандемии дошел до 39 тысяч легковушек. Данные Ассоциация европейского бизнеса берет у производителей. Реальная картина еще хуже. Купили в салонах и поставили на учет всего 28 тысяч машин. Эпидемия ВИЧ в России нарастает, и Красноярский край в числе аутсайдеров. Это вывод экспертов проекта «Если быть точным». За основу взяты открытые данные 2020 года. Новые случаи, смерти, все, кто стоит на учете и получает терапию. Выяснилось, что хуже всех дела в Кемеровской области, где умирают по 56 человек из 100 тысяч в год. При среднем по стране 12 человек. Иркутск, Пермь, Свердловск и наш край также в конце списка. Здесь эпидемия вышла за пределы групп риска, и ВИЧ гуляет среди обычных людей. Вроде бы как самая хорошая картина на Кавказе, но эксперты уверены, что жители тех республик просто не идут к врачам.